Правительственные войска Камеруна уничтожили более 100 боевиков нигерийской группировки Боко Харам. Они пытались вторгнуться на территорию страны. Ранее экстремисты заняли несколько городов на северо-востоке Нигерии у границы с Камеруном. И с помощью тяжелой техники они атаковали ГУЛАГ и взяли под свой контроль приграничный город Духу. Напомню, в апреле боевики Боко Харам похитили свыше 270 нигерийских школьниц. За это время лишь 57 девочек вернулись в свои семьи. Остальные по-прежнему в плену.